Добрый день! Сегодня будем рассматривать узор, который подходит для кофт, шалей, шапок. Очень модный. Раппорт у него 3 петли и 1 ряд. Для примера наберем 17 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Крючок у меня номер 5 для тех, кого интересует. Объемный акрил потолще, чтобы столбики были пышные. 17 набрали, плюс 3 петли подъема. Каждый раз у нас это будет. Мы их пропускаем, идем назад, 2 петли пропускаем. И в третью, вот получается в шестую, ну, 3 петли подъема и 2 петли из ряда. Мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем, в шестую заходим и вывязываем пышный столбик из 5 вытяжек. 1, 2, 3, 4, 5. Такая у нас красота образовалась на крючке. Захватываем нить и провязываем все это одной петлей. Вот так. Раз. 2 воздушные петли. Закрепили. И вторая воздушная петля. И еще раз получается в ту же точку вывязываем пышный столбик из 5 вытяжек. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все это одной петлей. Закрепляем. И вот что у нас получилось. Шикарный воздушный столбик. Дальше пропускаем 2 петли внизу. Вот одна и вторая. Так как здесь вот у нас было много, эта петелька просто... на затянутом. Мы ее можем вот так вот растянуть, чтобы нам ее было видно. 1, 2, заходим в третий и проделываем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все это одной петлей, закрепляем еще одна воздушная петля. Получается у нас между пышными столбиками 2 воздушные петли. Заходим в ту же точку и провязываем еще 5 столбиков. Это не столбики, 5 вытяжек. 4, 5. Первый ряд всегда тяжело. Но потом... Ну, тут намотала и не получается. 4, 5. За всем надо следить. Вот так. Вот еще у нас получилась группа из 2 воздушных столбиков. Мы помним, да, пропускаем 2 петли, заходим в третью и вывязываем пышный столбик из 5 вытяжек. 2, 3, 4, 5. Провязываем это все одной петлей. Закрепляем. Одна воздушная петля. Заходим в ту же точку. И вытягиваем нить
Пять раз. Два, три, четыре, пять. Провязываем все одной петлей. Закрепляем. И у нас получилось три столбика. Три группы с пышными столбиками. Помним, да? Пропускаем две петли внизу. Заходим в третью. Раз, два, третью. И вывязываем пышный столбик. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Провязываем все одной петлей. Закрепляем. Одна воздушная петля. И входим в ту же точку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Провязываем все одной петлей. Закрепляем. У нас в конце остаются две петли. Мы входим в последнюю петлю столбиком с накидом для выравнивания края. Первый ряд мы связали. Вот что у нас получилось. Набираем 3 воздушные петли для подъема. Поворачиваем работу. И теперь мы заходим в арочку между двумя столбиками и провязываем 5 вытяжек. 2, 3, 4. Стараемся вытягивать побольше, чтобы крючок у нас в ниточках не застрял. Провязываем все одной петлей. Закрепляем. Одна воздушная петля. И еще раз. Делаем раз, два, три, четыре, пять. Провязываем, провязываем все одной петлей. Закрепляем. Переходим в следующую арочку. Между столбиками, группами. Мы никакие воздушные петли не провязываем. Заходим. Вот у нас две воздушные петли только между, внутри, между столбиками. Один, два, три, четыре, пять. Провязываем все одной петлей. Одна петля, вторая петля. И опять туда же заходим. Один, два, три, 4, 5. Очень все узоры, не знаю, крючком, все легкие, закрепили. Вот что у нас получается. Красота, мягко, приятно. Заходим между столбиками. Провязываем. Чем больше у нас будут эти вытяжки, тем мягче будет изделие. 3, 4. 5. Провязываем все это одной петлей. Закрепили. Одна воздушная петля. И вновь мы заходим в ту же арочку. Вывязываем пышный столбик из 5 вытяжек. 3. Как хотите это назвать. Я называю это вытяжки. 4. 5. Должны мы что-то менять в этой жизни. Вот такая красота получается. Деткам шапки, наверное, будут смотреться очень красиво. Зашли опять между арочкой и вытягиваем ниточки 5 раз. Наматываем на крючок. Вытягиваем ниточку, наматываем на крючок, вытягиваем ниточку еще раз. Провязываем все это одной петлей. Да? И одна воздушная. Раз. Два.
три, четыре, пять. Мы помним, что в конце ряда у нас всегда столбик с накидом. Всегда вот здесь вот, в конце ряда мы провязываем столбик с накидом. Вот, связали два ряда. Для начала следующего ряда нам надо набрать 3 воздушные петли. Поворачиваем работу, заходим в арочку из 2 петель и вытягиваем 5 вытяжек. 3, 4, 5. Провязываем это все одной петлей, закрепили. Набрали еще одну воздушную петлю. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали все одной петлей. Закрепили. Переходим в следующий. Сейчас мы воздушную петлю между ними не провязываем. Заходим в арочку. Один, два, три, 4, 5. Провязываем все одной петлей. Закрепили. Одна воздушная петля. Заходим опять сюда же. Раз, два, 3, 4, 5. Мне кажется, такой узор прям на все подходит. Закрепили. О, очень красиво. Следующий. Раз, два, три, четыре, пять. Привязали все одной петлей. Закрепили. Одна воздушная. Еще раз в эту же точку. Один, два, три, четыре, пять. Провязали все одной петлей. Закрепили. Между мы не делаем воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали все одной петлей. Закрепили. Одна воздушная петля. И опять в ту же точку. 1, 2, 3. Что-то мне не нравится сейчас. Так вот. Она должна свободно. 3, 4, 5. Провязали все одной петлей. В конце как у нас будет? Правильно. Столбик с накидом. Вот такая красота у нас получается. Всего доброго. Легких вам петелек. Подписывайтесь на мой канал. А пока-пока.